Ну а пока Петр Порошенко убеждал собеседников в том, что Киев хочет мира, украинские военные опять обстреливали населенные пункты в самопровозглашенных народных республиках. В ДНР зафиксировано более 30 случаев нарушения режима тишины за сутки. Огонь велся в том числе из танковых орудий, зенитных установок и минометов. Особенно сильно накануне вечером досталось северному пригороду Донецка и окраинам Ясиноватой. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Обстрелы подверглись и позиции народной милиции Луганской республики.